Всем рыбоохотникам привет! Сегодня мы отправились на рыбалку именно за щукой. На жерлице будем рыбачить. Ну и на балансиры попробуем. Шиголять нам еще около, короче, 1,5 километра где-то так. Взял я живца. Стоит он у нас одна штучка 10 рублей. Взял я 40 живцов, отдал 400 рублей. Но он, правда, дохлый уже. Покупал я вчера компрессор специально для него, чтобы кислорода хватало. Короче, не знаю, почему он сдох. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему он подыхает. Я хотя ему и кислорода дал, и вода была чистая. Короче, не знаю, из-за чего он подыхает. Мой друган уже упилил от меня. Он быстрее идет, так как у него волокуша полегче. У меня, короче, тяжелая. У меня палатка, живец, ну и там всякие хохоряшки. Вон он чешет. Расстояние у нас между нами где-то около 100 метров. Туда я иду первый раз. Друг у меня уже там был. Погода у нас сегодня где-то минус 5. Ну, посмотрим, как себя щука поведет в том месте, на Березовой протоке. Тропа здесь уже натоптана. Иду не по сугробам. Ну, сейчас не видно. Ну, в общем, я иду вот по твердому. По твердому насту. О, кому сейчас хорошо-то, а? На снежик сел и поехал. О, кто-то пузырь потерял. Целый пузырь. Прокатимся. Добрались до места Березового протока. Сейчас по ней идем. Осталось, короче, где-то 300 метров пройти. Ну, жарко, жарко стало. 1,5 километра пройти, но тяжело. Добрались до Березовой протоки, добрались до того места, где мы будем рыбачить сегодня. Расположились, поставили палатку. Жерлечная рыбалка, если кто не знает, это очень большой физический труд. Это очень много приходится работать ледобуром, бурить. Минимум где-то 15 лунок приходится пробуривать. Следить постоянно за флажками, когда они срабатывают. Бегать от флажка до флажка, постоянно менять живца. Короче, на такой рыбалке надо постоянно работать. Сегодня будем протягивать через жабры. Вот этот поводок протаскивать через жабры. Примерно вот так. Готово. Поставили 15 жерлиц. Время 9 час. Вот сегодня столько народу на Березовой протоке. У нас первая сработка. Время сейчас без 15:09. Сожрала живца. О, сработка. Есть. И не мотая даже, да? Все, перестало. Если ест, то пускай доест. У нас третья сработка. Сейчас посмотрим. Две прошлые сработки были холостые. Даже не мотает нифига. А, короче, нифига нет. У нас пятая сработка. Пипец, 5 сработок и вообще ни одной щуки не вытащил. Вот где мы рыбачим, здесь вот такие вот стружки оставили. Железные это стружки.
Здесь не одна кучка, здесь, короче, по берегу их разбросали. Вот там вот, здесь кучка, вот там еще кучки. Короче, хер узнает, для чего это делают. Напишите в комментариях, может, кто сталкивался с такой ситуацией. Может, специально делают, на берегу оставляют, чтобы типа не рыбачили. Кого-то сюда свезли, фабрики, так сказать. Ушла, да? Время у нас уже 10:30. Видели только одну щуку у соседей, и у нас было 6 сходок. Рыбачим дальше. 7-я сработка. Сейчас посмотрим. Есть, да? О, наконец-то. О, есть экземпляр. Наконец-то 7-я сработка. Вот она, наша дорогая редакция. Первая пойманная щука. Заглотнула пипец, прям туда аж. Далеко. Пипец. Двойник сломали. За первую щуку надо принять джуз грамм. Сначала тоже в тот раз рыбачил флюрокарбоновый. Как с этого она? Не, срезает масло. Срезает флюрокарбоновый. Я уже простой металлический поставил. Думаю, ну баню на. Нету? Блин. Жалко. 8-я сработка была впустую. Сейчас произошла 9-я сработка. Дядька поймал еще. Сейчас посмотрим, что тут. Так, что там у нас? Есть что-нибудь? Нет? Интересно. Живец. 9-я сработка тоже в холостую. Кусануло, видишь? Ага. Укусило, да. 10-й раз работала. Аж флажок вылетел, да? Да. Нету, да? Надо же, а. 10-я сработка, ее вообще нету. Даже не покусанный, да? Да. Ну что там у нас на 11-й сработке? Вот это жарится уже сколько раз срабатывал? Раза 4, наверное, 4, да? 4 раза это срабатывало. Сейчас 4-й. Сейчас посмотрим, что там у нас есть, нету чего-нибудь. Есть, да? Ух ты! Есть. Ну, небольшая. Чуть поменьше, чем прошлая. 12-я сработка. А, нифига. 13-я сработка. О, зашла. Ух ты! Есть! 13-я сработка. У нас еще одна щука. Сегодня, конечно, себя рыбалка показала не с лучшей стороны, но с 12 сработок мы сегодня взяли только 3 небольших щуки в районе где-то килограмма. Напоминаю, что у меня в группе будет розыгрыш среди подписчиков моего канала, именно YouTube. Заходите ко мне в группу, и ссылка будет в описании под видео. Ну все, дорогие друзья, мы отчаливаем домой. Нам еще предстоит пройти тот же путь, 1,5 километра. Ладно, желаю всем удачи, всем не хвоста, ни чешуи. Всем пока, до следующей рыбалки.